Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания «Алям». И вновь по пути на работу я решил к вам обратиться, напомнить для тех, кто, может быть, еще не знает, либо сообщить хорошую новость, как угодно расценивайте. Значит, сообщаю вам о том, что уже вот-вот-вот на подходе, совсем скоро, очередная серия, очередной вебинар, наш прекрасный интенсив трехдневный, бесплатный, тема «Как не платить кредит законно». Это будет вебинар, для тех, кто не знает, что такое вебинар, да? Вам нужен только компьютер, устройство, одним словом, интернет, выход в этот интернет. Желательно наушники, чтобы вас никто не отвлекал. Ну и, в общем-то, и все. Что будет на вебинаре? О чем будет речь? Ну, тема сама за себя говорит. Как не платить кредит законно? Я не приглашаю на нашу встречу мошенников, людей, которые задумались: так, окей, сейчас наберу кредитов и платить не стану. Все не для вас, друзья мои, а для тех, кто действительно по жизненным обстоятельствам столкнулся с банковским беспределом. Для тех, кто изо всех сил вот это тянет ярмо навешанное, как вы некоторые думаете, сами себе, ни в коем случае. Банкиры воспользовались вашей юридической некомпетентностью, финансовой, уж извините за откровенность, безграмотностью. И произошло то, что произошло. А именно, кредитное болото, бесконечная борьба за выживание, мысли только лишь о том, где взять, чтобы заплатить. И вас уже, я знаю, многих радует появление денег, потому что вы радуетесь деньгам не как простой человек, свободный от долгов, а как человек с ног до головы погрязший в этой рутине. То есть вы радуетесь деньгам только с позиции того, что теперь вам есть что отдать в банк. Вдумайтесь. Вы работаете, пашете, а тратите свое время, нервы, здоровье для того, чтобы удовлетворить амбиции коммерческой структуры. И все. Для того, чтобы увеличить и так их сверхприбыли. Никогда об этом не задумывались. Многие из вас думают, что банк, вернее, банкиры, те, кто вам звонят, чем чуть ли не повесили ваш портрет у себя в кабинетах и только о вас и думают день и ночь. Неправда. Поговорив с вами, они через минуту забывают о вас и переключаются на другую жертву. Дело в том, что их так специально обучают. Со всем этим можно легко и просто справиться самостоятельно, без дополнительных каких-то вложений финансовых. В первую очередь эта тема и будет поддерживаться на нашем прекрасном, великолепном вебинаре. То есть мы уже в формате вебинара, уже после первого дня, дадим вам понимание, дадим вам, скажем так, обозначим те границы, за которые банкиры не имеют права выходить, но всегда выходят. И расскажем вам, как себя чувствовать спокойно, продемонстрируем. Вебинар буду вести я, как всегда, бессменный спикер, руководитель. Формат вебинара – это 3 дня. Не пугайтесь, не трое суток, а 3 дня, 2-2,5 часа в удобное время. Ну, ориентировочно это будет в 19:00 по московскому времени. Отдельно вам об этом мы сообщим. Как, спросите вы? Все просто. Посмотрели это видео, посмотрели теперь вот сюда, куда я пальчиком показываю, да, вот так вот. Ссылочка, да? Приглашение на вебинар. Вот оно, вот, прям вот здесь, где я пальцем показываю. Наводите туда курсор,
кликаете, нажимаете, да, необходимой кнопочкой, и вас переносит на вкладку «Презентация вебинара». Послушайте еще раз видео, которое там выложено, прочитайте внимательно. Там же выложено расписание. Ваша задача просто нажать кнопку «Зарегистрироваться как участник вебинара», ввести корректную информацию о себе, имя, email ваш, который вы регулярно проверяете. В день вебинара вам на этот email придет ссылка на доступ. Помимо этого, вы будете иметь удовольствие получать очень много ценной и полезной, друзья мои, информации на свой email. В любой момент вы сможете отписаться, если мы вам будем надоедать. Но я вот почему-то не думаю, что эта информация может быть надоедливой. То есть многие из вас даже не подозревают, что на самом деле с ними происходит. До какой степени все просто и ни в коем случае не тяжело. Собственно говоря, давайте подведем все к общему знаменателю, как я люблю говорить. Вот она ссылочка, расписание по ссылке. Если вдруг вы смотрите не с YouTube, а где-то в другом ресурсе, там, не знаю, ВКонтакте, еще где-то, записи, может, какой-нибудь, ссылочки этой вы не видите, тогда посмотрите, пожалуйста, аннотацию под видео, она будет, там будут ссылки, соответствующие на вебинар. Опять же, для тех, кто уже все знает, понимает, знаком с нашей деятельностью, от друзей, от знакомых, может быть, просто давно нас знает, ходит на наши вебинары, но до какой-то поры еще не принял решение, и теперь, что называется, созрел. Я имею в виду тех людей, кто хочет стать под юридическую защиту в компанию «Лям», то есть, чтобы мы представляли ваши интересы перед вашими кредиторами. Пожалуйста, вот ссылочка тоже вот так вот она у нас, простите, идет, да? Кто хочет стать под юридическую защиту, компания «Лям», ссылку, ну, легко можете в интернете www, а «Лям» с двумя «Л» в конце «Михаил», а «Лям.ру». На первых страницах поисковиков наш сайт, как правило, поэтому, пожалуйста, заходите. Оставляйте заявку, обязательно посмотрите на сайте, обязательно акцент ставлю, видео на сайте, где рассказывается о том, как устроена работа нашей компании, на наших юристов. Только после этого оставляйте заявку на бесплатную консультацию, если вам что-то будет непонятно. В любом случае, оставляйте заявочку, с вами обязательно свяжутся наши специалисты, только, пожалуйста, корректные данные пишите. Как только оставите заявочку для юридической защиты, проверьте через пару-тройку минут почту свою, тот email, который вы указали, когда оставляли заявку. Вам придет письмо, где будет написано, с каких телефонов мы вам будем звонить, что дальше будет происходить. Ну, если вдруг во входящих нет, бывает иногда, что в спам уходит, да. Спам проверяйте всегда, когда вы с нами общаетесь, да. Ну, бывает такое, что в спам уходит, ну, что поделаешь. Не наша это вина, технические проблемы, да, не на нашей стороне, что называется. Вот. Поэтому я желаю вам всем здоровья, счастья, не беспокойтесь. Все не так страшно, как вам кажется. Точнее, совсем просто, но нельзя сидеть сложа руки, нужно что-то делать. Те из вас, кто придут на вебинар, уже на вебинаре поймут очень многое. Как говорится, развернутся крылья, вздохнете полной грудью. Это очень важно для вас. Поверьте, многие из вас скажут «Вау!» Не от того, что узнают что-то новое, а от того, что после этого «Вау!» вам захочется сказать: «Ну как же, я же все это знал! Я все это понимал! Почему я зажался в этот кокон и боялся всех? Почему я слушал этих безжалостных банкиров, вымогателей, попрошаек?» Все намного проще, друзья мои. Но, еще раз повторю, нельзя сидеть сложа руки. Нужно делать что-то. Итак, первый шаг – зарегистрироваться на вебинар и прийти. На вебинаре будет очень много интересного. Тех, кого интересует сотрудничество с нашей компанией, вам в первую очередь нужно оказаться на вебинаре. Все будем рассказывать. А нас сотрудничество очень интересует.
До свидания. На связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания «Лям». Всего вам хорошего, счастья, здоровья вам и вашим близким. До свидания.